Поэтому в парке кленов и акаций. Туда людей из зоны СВО везут для медицинских операций. Бойцам в сопровождении врачей концерт на отделении был намечен. Не то, чтобы там не хлопали вообще. Там просто многим хлопать было нечем. А я им пел, играл на разный лад. Они с палат тихонько подходили и кое-где притоптывали в такт. Те, у кого в наличии ноги были. Они как между прошлым были все и будущим, на костылях скрипящих. Как будто на нейтральной полосе застыли там, в больничном настоящем. Сидели и стеснялись вслух стонать. От боли только морщись то и дело. Родная, обожженная страна глазами их в мою гармонь глядела. И я хотел их как-то поддержать, приободрить, сказать, что все притрется, что все еще когда-нибудь опять у них наладится, затянется, срастется. Сказать, что все равно настанет мир, не век же всем ходить нам под прицелом. Я старше был их, и еще я был для разговоров с ними слишком целым. И подтверждение моей мысли той в лице читал я каждого солдата. Ты, дядя, просто песен нам попой, нам никаких речей, поверь, не надо. И я играл, а время все текло, я пел им о добре, любви и силе. И главный врач стоял, смотрел в окно, как к отделению новых